Здравствуйте, меня зовут Пыжикова Евгения Михайловна, я декан факультета биологии, географии и землепользования. Уважаемые абитуриенты, в жизни каждого человека наступают моменты, когда необходимо сделать выбор. Выбор, от правильности которого зависит ваше будущее. И сегодня вы стоите перед одним из таких выборов. От того, насколько правильно вы выберете профессию и вуз, зависит вся ваша дальнейшая взрослая жизнь. Я думаю, что вы не ошибетесь, если сделаете свой выбор в пользу факультета биологии, географии и землепользования Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова. На нашем факультете вы получите разностороннее и невероятно интересное образование. Где еще, если не у нас, вы сможете познать окружающий микро- и макромир, заглянуть в неведомые горизонты, открыть новые уголки нашей планеты, смоделировать в информационной среде природные и антропогенные системы. У нас учатся более 300 студентов. Свой опыт и знания передают преподаватели-ученые, преподаватели-практики, преподаватели-новаторы. Всего на факультете работает 31 преподаватель. Из них 8 профессоров и докторов наук, 32 кандидата наук, это доценты и старшие преподаватели. В учебный процесс также вовлечены ведущие специалисты практики профильных министерств и научных учреждений. На факультете организована трехуровневая система подготовки кадров – бакалавриат, магистратура, аспирантура. В состав нашего факультета входят 4 базовые кафедры. Это кафедра ботаники, кафедра зоологии и экологии, кафедра географии и геоэкологии, кафедра землепользования и земельного кадастра. Большое внимание уделяется практикоориентированному обучению. Яркой особенностью обучения на нашем факультете является большое количество увлекательных учебных выездных практик. Вас ждут захватывающие практики на побережье озера Байкал или в горы Восточного Саяна, Баргузинского или Кацкого хребтов, в степи Селенгинского Среднегорья и межгорных котловин Бурятии и Монголии. Именно у нас вы можете пройти международную практику совместно с Монгольским государственным университетом, например, посетить пустыню Гоби. Поэтому на нашем факультете студенты не мечтают о путешествиях, а совершают их. В процессе обучения вы освоите мощные современные инструменты биологического, географического, геодезического и кадастрового направления. На факультете имеется хорошая лабораторно-производственная база. Студенты нашего факультета получают за время учебы в университете максимум знаний, опыта и эмоций. Наши студенты активно участвуют в международных программах обмена со студентами. В период обучения на нашем факультете у вас есть возможность пройти курсы дополнительного профессионального обучения. Например, учитель биологии и географии, учитель биологии и химии, географии, химии и так далее. Все это для того, чтобы еще обучаясь в нашем вузе, вы получили необходимые профессиональные компетенции. Я назову вам несколько причин выбрать наш факультет. Ну, во-первых, это качество знаний. Во-вторых, наличие бюджетных мест. Наши студенты проходят стажировки в ведущих научных центрах России и за рубежом. Трудоустройство. Практически все выпускники находят работу по своей профессии. Захватывающая студенческая жизнь. Стипендии. Ну и самое главное, о чем я говорила уже выше, это увлекательные выездные учебные практики. Еще хотела бы акцентировать внимание на том, что 4 или 6 лет, которые вы проведете на нашем факультете, станут для вас самыми яркими, самыми запоминающимися. Студенческая жизнь насыщена научными, спортивными, творческими мероприятиями. Вас ждут увлекательные события, конкурсы, различные олимпиады, творческие кружки и многое-многое другое. Кем работают наши выпускники, обычно задают нам вопрос абитуриенты. Здесь открывается широкий спектр возможностей. Вы можете работать ученым, преподавателем или учителем, ландшафтным дизайнером, работать в заповедниках или национальных парках, журналист, блогер, садовод, кадастровый инженер, специалист по дистанционному зондированию земли. Есть еще более узкие специализации, такие как микробиология, генетика, метеорология, урбанистика. Можно работать картографом, морским биологом, этнографом, фитодизайнером и так далее. То есть все зависит от того, как вы себя проявите в стенах нашего вуза. А преподаватели и сотрудники, конечно же, поддержат вас в ваших начинаниях.
Выбирай то, что нравится тебе, и становись лучше. Покоряй свои вершины, приобретай бесценный опыт профессиональный, находи верных друзей и строй свое будущее с нами. Получи самую романтическую профессию современности. Много факультетов, и каждый из них хорош по-своему. Но факультет биологии, географии и землепользования ждет именно вас. Талантливые преподаватели и романтика на всю жизнь. Вот чем отличается наш факультет от других факультетов вуза.